Играет в итоге Хохлачев на Бочарова, делает передачу. А вот так вот, да, забрасывают шайбу хабаровчане и сокращают отсчет до минимума. Настойчивость дальневосточников приносит свой плод желанный. И Грачев принимает поздравления от партнеров. Да, там и закрыт был лобок на самом деле, поэтому шайба-то излетела. Посмотрим, вот с разворота бросает, там два игрока, и Хохлачев мешает.